Друзья, сегодня мы наблюдаем очень редкую статуэтку. Я даже сам не знаю, как она называется, но она из какого-то металла. Чугун, может быть, друзья. Напишите, кто что думает, чугун это или не чугун. Может быть, это касли, литье старинное, может быть. И кто это вообще, друзья, такой? Вот кто это такой? Друзья, кто же это, кто же это? Интересная такая статуэтка. Никаких нету на ней, как говорят, клейма нет. Никаких знаков на ней нет. Ничего, друзья, такого на ней нет. Смотрите. Кто это такой, понятия не имею. Какой-то черный человек, что ли? Или это не человек? Откуда я знаю, да? Сказочный персонаж.